живем так, что практически все время облучаемся электромагнитными излучениями той техники, которой мы пользуемся. Что, оказывается, вы и чувствуете, и понимаете, что здоровье ухудшается, что что-то ненормально происходит, хотя вы много отдаете силы и средств, например, для улучшения здоровья. А когда вы узнаете причину ряда своих проблем по здоровью, причину того, что, например, дети возле компьютера много сидят, это называется компьютерная зависимость, или причину того, что у вас плохой сон сегодня, и поймете, что это все взаимосвязано, вам будет намного проще тогда изменить свою жизнь к лучшему, потому что и само решение уже есть. Это наша продукция, фильтры Агион, очень маленькие красивые приборы, которые компактные, но эффективные и надежные. И самое главное, запомните, пожалуйста, фильтры не воздействуют на человека. Они являются приборами, которые воздействуют на технику, которой мы пользуемся. И поэтому безопасность пользователя сохраняется очень высокая. Пользоваться можно всем. Сами фильтры не являются также лечебным устройством. Но за счет того, что они снимают с вас электромагнитную нагрузку путем обезвреживания излучения цифровой техники или любой другой, которой вы пользуетесь, у вас расходование сил, ресурсов и уменьшение повреждений из электромагнитных излучений приводит к тому, что вы в день будете экономить как минимум 50% своей энергии и сможете ее направить на выздоровление, на восстановление здоровья и просто на другие виды деятельности, скажем, менее опасные. Там мы снимаем себе нагрузку, мы меньше устаем, наш организм легче восстанавливается после работы, и он сам начинает себя восстанавливать, когда у него сохраняется ресурс. Это электронное пассивное устройство для нейтрализации электромагнитных излучений телефонов, компьютеров, телевизоров, автомобилей и другой техники. В чем принцип главный, важный телефона все-таки еще, то есть нашего фильтра, я повторюсь, в том, что он не является лечебным. Его могут применять для детей, для пожилых людей, для людей с проблемами здоровья, для беременных женщин, потому что воздействие на человека отсутствует. А снятие вредного излучения телефона, компьютера, телевизора, другой техники обеспечивает комфортное пространство вашей жизни. Действие фильтра проявляется в том, что он является тоже электронным устройством, очень красивым, маленьким. Если наши документы просто в общем таком виде, которые подтверждают нашу состоятельность, начиная с патента с международным приоритетом, заключений государственных органов. И вот самый интересный документ, я позже расскажу о нем, Запорожский медицинский журнал за 2007 год. И еще сертификат производства, производитель, на котором производятся наши фильтры. Мы заказываем на заводе электронной промышленности, мы сами их не производим. То есть качественный завод, которому мы доверили, он производит их хорошо, все партии по качествам, по свойствам похожи друг на друга, стопроцентный выходной контроль. То есть серийно приборы производятся с 2006 года. С 2006 года мы работали с тремя сетевыми компаниями, поэтому у нас очень много обратных отзывов. Мы удостоверились еще раз дополнительно с обратной связью, какие положительные свойства приносятся в жизнь человека. И одним из очень важных свойств, проявленных очень ярко достаточно, это устранение причины компьютерной зависимости. Все знают сегодня, что такое компьютерная зависимость, правда? Знаете. И насколько трудно ребенку или взрослому человеку донести, что он уже зависим, он говорит, да нет, это игра интересная, вообще не мешайте мне, останьте. Да. Возникает конфликтная ситуация. Оказывается, такие проблемы можно решить гораздо легче. И в некоторых случаях, в большинстве, проблема уходит практически сама. В некоторых случаях нужно немножечко помочь. Биосмартфон, прибор для телефонов, модемов, для радиостанций и для соцсетей. И самое главное, что для роутера Wi-Fi этот прибор наш есть, вот видеофотография. Комплект из двух приборов для компьютера, называется комплект биокомпьютер. Комфорт и безопасность – это комплект шести приборов для автомобилей. И еще очень хороший и важный комплект называется «Целительный сон». Точнее, два комплекта. Один комплект из пяти приборов для спального одноместного дивана или кровати. И из восьми приборов двухспальный комплект для кровати из двухспального размера. Все приборы наклеиваются один раз и навсегда. То есть, если я приклеил его себе на телефон, мой телефон навсегда будет безопасным.
но прибор защитный, его нельзя будет склеить, он разрушится. Сделано для чего? После наклеивания прибор настраивается на конкретный телефон, на конкретный ноутбук. И чтобы мы получили вот эти 95-96% высокого потребления, можно настроить. Если его переклеить потом на другой телефон, он там уже не сможет так точно настроиться. И вы, условно говоря, вроде бы сэкономили, на самом деле получите отрицательный цвет, то есть не будет так хорошо работать. И мы сделали такое свойство. При снятии он разрушается. И вы не будете экономить на своем здоровье, а будете получать качественную защиту на каждом устройстве. Знаю, вообще даже намека не слышал, что кто-то официально исследовал действие электромагнитных излучений планшетов, сотовых телефонов на детей. И в испытаниях на нормативах никто тоже не привлекал. Людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гормональными нарушениями, беременных женщин. Поэтому можно четко понимать, что те нормы, которым соответствует сертифицированная техника, они не обеспечивают нам безопасность. Здесь много молодых и здоровых людей? На улицах много молодых и здоровых людей? Поэтому можем четко знать, что сертифицированная техника для нас опасна. И нужно применять дополнительные меры защиты. Это первый обман. Второй обман. У электронных гаджетов есть особенные свойства, которые влияют и вызывают неосознанные психики изменения и функциональном состоянии. Вот что мы сделали? Выключили сейчас свет, да? Вообще, можно сказать, что ваше настроение как-то поменялось? Лучше стало, да? Вот если бы я немножко раньше выключил, как у нас было в нескольких городах, когда было днем, окна мы выключали, и люди говорили, мы 3 часа с вами работаем, и мы не устали. А вы сейчас начнете восстанавливаться, вам полегчает. Это часть. Значит, в психике изменения происходят, уставший человек, тревожный, он будет всегда ругаться, будет больше уставать, будет в коллективе плохо, в семье отношения будут хуже. Здесь нами манипулируют. Чем похоже алкоголь и компьютер, скажите? Зависимость. Появлением зависимости. Только алкоголь очевиден, да? А компьютер и излучение компьютера не очевидны. А чем схожи телефон и табак? Они тоже при нас, мы все время их с собой носим. Курящий при себе носит, тот, кто телефоном имеет зависимость, мы все время носим их при себе. Я просто хочу сейчас сразу дать понимание, почему у нас существует зависимость компьютерная. Из вас есть любители, которые обливались холодной водой, которые купаются в холодной речке? Как состояние после купания, после обливания? Великолепно. Чудесно, да? А что вы сделали? Вы организму устроили кратковременный стресс. Он вас мобилизовал. Сахар, кровь повысил, улучшил кровообращение, выплеснул эндоморфины, чтобы вам было эту стрессовую ситуацию легче преобразовать. Но стресс был короткий, и вы получили вот это хорошее состояние. Когда нас обучает электронная техника, видите, какие счастливые, да? У них тоже легкий уровень стресса, улучшение кровообращения, гормоны стресса и эндоморфины тоже есть. Они счастливы, потому что держат планшеты в руках. Излучение этой техники цифровое дает нам определенную дозу того же удовольствия, как вы обливались холодной водой. И мы неосознанно на него западаем, на собственный адреналин. Этим помогают убрать причину, и дальше идет процесс обратный. Добавите минералы, биодобавки, общение с ребенком, и будет результат.